Здравия желаю. Коротенький ролик. Значит, утром вы видели, я зарезал батарейки, по три батарейки сразу. Ну вот сейчас включил, значит, нагрузку. Вот она горит. То есть свет у меня, сейчас уже вечер. Свет сейчас от этой лампы. И вот она горит. 5 часов, как видите, уже 5 часов. Вот. Напряжение, значит, на клеммах 3,6. То есть еще погорит часа 2-3. То есть емкость примерно такая, как я и говорил. 50-60 ватт, это так. То есть такая система, значит, можно сказать, уже сейчас, что проверку завершила успешно. Вот. Спасибо за внимание, до свидания. Всем желаю удачи, исполнения всех желаний. И главное помнить, что враг будет разбит, и победа будет за нами.